Здравствуйте. И сегодня я хочу рассказать вам анекдот. Какой анекдот? Анекдот, да. В общем, ладно, можно начать, наверное, да? Что ты тут делаешь? Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Ты что здесь делаешь? Я снимаю видео, но мне опять лежит. А, ну ладно. Как всегда, близко. Ладно, пошли. Анекдот будет звучать так. Дорогие дедушки Мороз, на прошлый МГ... Что такое МГ? А, плевать. Дура, Новый год. Заткнись, придурок! На прошлый МГ... ты пришел к нам с какой-то пьяной теткой, вымыл руки в компоте, съел всю еду из собачьей миски, уйди отсюда, съел всю еду из собачьей миски, а потом с криком «А теперь снежки!» стал кидаться голубцами. Мне понравилось, 5-6 лет. Вот и весь мой мир. Что, все? Да. Что так мало? Слушай, я учил, старался, ты тут лезешь. Да с ладно, пьяный, ты... С пьяной мордой мой фильм. А что это пьяный? Так, а какая еще? Нормальный. Я же хоть побрил себя, а? Ой, точно. Ну вот, иди отсюда, делись. Да. Что я еще хочу там сказать? Я хочу пожелать вам много любви, и чтобы вы были такими же красивыми, как и я. Ваша Маша, преданная Маша. Ваша, да. В общем, также я советую вам никогда не унывать, все время улыбаться. И не уйди из кадра, пожалуйста. Я не в кадре, я живу. Может быть, ты подохнешься? Ну, как хочешь. Да, родного мужа жалко, пожалуй, да. Слушай, иди отсюда. Конечно. Да. Блин, боже. Да, что я хочу вас назвать? А, пожелать вам много любви и объять себя. Я уже пожелала вам, чтобы вы были такие же красивые, как я. Ладно, все. Пока всем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Да! Ага, сейчас, конечно. Пошли, говорю, отсюда. Иди, я сейчас покажу вам, Димон.